Меня зовут Валериан Веретенников. Я командир Мирнинского предприятия. 24 марта в нашем коллективе прошел хозактив. На нем мы подвели итоги работы за 2021 год. Год был сложным, неоднозначным. Обусловлена была сложная эпидемиологическая обстановка, а также теми задачами, которые возникли перед нами в период строительства нового аэропортового комплекса. Нам пришлось перенести периметровое ограждение, перенести порог взлетно-посадочной полосы, внести изменения в схему светосигнального оборудования и электроснабжения взлетно-посадочной полосы. На хозактиве рассказали, 2021 год сотрудники МАПа закончили с хорошим результатом. Особенно проявили себя во время летних лесных пожаров, когда принимали самолеты МЧС и Минобороны, а также в качестве запасного аэродрома в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропортов Якутска и Нерюнгри. В этом году руководство авиапредприятия продолжит работать в штатном режиме и предпримет все меры, которые позволят обеспечить стабильную работу предприятия.